16-ядерный процессор AMD Ryzen нового поколения будет работать на частоте до 3,6-3,8 ГГц, но это в режиме всех активных ядер. Последние слухи указывают на то, что грядущие процессоры Ryzen третьего поколения все же будут включать 16-ядерные модели. В частности, тогда же было указано, что Ryzen 9 3800X якобы будет работать на частотах 3,9-4,7 ГГц, а Ryzen 9 3850X 4,3-5,1 ГГц при ТДП 125 и 135 вторник соответственно. У ресурса Bits & Chips совсем другие данные. Они также утверждают, что 16-ядерным моделям в новой линейке Ryzen быть, но при этом частоты указывают гораздо ниже. Если точнее, источник утверждает, что один из таких КПА будет работать на частотах до 3,6-3,8 ГГц в режиме турбо, но для всех ядер. Какая в целом будет частотная формула, не ясно, но предыдущий источник даже базовую частоту младшей модели указывал равной 3,9 ГГц, то есть расхождение очень сильное. twitter.com/bitsandchipsn, status, 11.00.83.92.13.76.83.970. При этом новые данные указывают, что ТДП такой модели составит 140 вторник. В целом, даже учитывая переход на 7-нанометровый техпроцесс, свежие данные выглядят более правдоподобно, но нужно, как всегда, дождаться анонса.